Ты что, сам был, что ли? Нет. Нет. Быть не может. Я же сам все помню, оно же только что все было. Опа. Свет врубили. Кажется, я начинаю вспоминать. Когда тоже была гроза и вырубили свет. Да, так и было. И был этот старичок в лаптях, он же и там был. Во сне, что ли? Или как его? Ну дела. Так ведь, если это не сон был, то кто же тогда победил? Так, сейчас. Вот, нашел. Вот. Так. Походы великого князя Владимира Монаха. Ну конечно. Я же в 11 век попал, по сути. Так. 30 мая 1096 года на Переславль осадили половцы. Без малого 7 недель жители города выдерживали половецкую осаду. Князя Владимира Мономаха в это время в городе не было. Ну конечно не было. Так ведь если бы он бы был, то мы бы. Ух! Я же все это помню. Как будто наяву было. Так. Внезапно полководец стремительным маршем атаковал неприятель со стороны Днепра. Одновременно по врагу ударились с Переславля. Ну конечно. Я все помню. Я ж тогда и сам там был. В отчаянной сече безвестный русский дружинник сразил хана Тугарина. Половецкое войско было разбито на голову и беспорядки бежало в степь. Ура! Победа! Стоп! Почему про Ярополка ни слова? Он что же, погиб? Так. Ярополк. Ух ты! Вот же он! Только он здесь какой-то старый. Доблестный воин и смелый полководец Ярополк возглавил древнерусское государство после Мстислава Великого. Ес! Победа! Что это? Не мой это крест, а деревянный, княжеский. Значит, это все не сон был. Эх, Ярополк. Как же так? Ты и я по полю шли половцам. Поверить не могу. 21 век. Такой далекий 11-й. Неужели я, Ярополк, тебя больше не увижу? Ярополк. Брат мой!